На ремонте Шкода Октавия 1.9 TDI, Октавия Тур. Сейчас стоит задача поменять натяжной ролик ремня генератора. Он стоит вот там на натяжителе. Вот этот толкатель натягивает натяжитель. Вот там он стоит. Я буду менять не весь натяжитель. Это целая конструкция. А только один ролик. Значит, ролик — это вот просто ролик и подшипник. Подшипник здесь стоит японский. Это подшипник Начи. Ну а больше здесь ничего нет. Железка. Поэтому, собственно, в этом, мне кажется, лучше купить вот такой натяжитель с хорошим подшипником, чем поставить какой-то неоригинальный весь блок. Что необходимо сделать? Нужно сначала сам толкатель открутить вот здесь один болт, и потом там есть еще три болта крепления. Здесь три болта крепления, которые нужно открутить, и весь натяжитель вытянется. Но сначала я откручу вот этот болт на 13. Ну что же, я открутил эти три болта. Теперь можно вытащить всю конструкцию. Ну вот, я буду менять только этот ролик. Не знаю, будет ли слышно. В принципе, плюс-минус неплохо, кроме небольших отдельных тык-тык. Но, ну, в принципе, более-менее нормальный. Но его никто не менял, поэтому я его сейчас поменяю. Нужно открутить звездочкой этот болт и поменять, и поставить новый подшипник, и все, собственно. В этом ничего сложного нет. И назад закручиваем.